Девочки, всем-всем привет! С вами снова Татьяна. И канал мой называется Татьяна Беликова. Сегодня мы будем распаковывать вот такой, девчата, большой мешок, который мне прислал Василек. Я его не открывала. Вот здесь он опломбированный. Сейчас разрежем эту пломбу. Я не знаю, как мне ее разрезать еще. Все, разрезала. И сейчас посмотрим, что же нам прислал Василек. Так, девочки, будем доставать. Ой, как достать еще. Представляете, я ее несла сама в луговой, ну, на автобусе. У нас гололед, на стопку машины сейчас просто не поднимается. Вот. Мешок сняла. Сейчас откроем второй пакет. Как он тут замотанный. А вот здесь, девчата, вот. Сейчас я поразрезаю. И что же там нам пришло? Будем смотреть. Так. Здесь вот накладная, девчата. Что-то тут у нас пришло одеяло, покрывало для Верочки, то, что она ждала, девочки, и не один заказ она ждала, но его просто не было. Значит, пришло одеяло, покрывало, костюм женский, спортивный и женская толстовка. Я так понимаю, что это для меня толстовка. Сейчас все будем смотреть, пока вытаскиваем костюм, девочки. Я пока далеко, потом поближе все вам. Тоже костюм. Тоже костюм. О, я прям богатая невеста становлюсь. Приодел меня Василек, девочки, называется. Верона шиншила. Ой, сейчас будет смотреть, девчата. Сегодня моя дочь придет со школы, будет счастлива. Она так хотела этот плед и одеяло. Ой, сейчас, девчата, будем раскрывать. Одеяло я вот в прошлый раз заказала для внученьки. Костя мне пришел. И говорит, как одеяло, вам понравилось? Он говорит, понравилось, но оно сильно теплое. У них дома тоже тепло. Ну и они привыкли не к такой жаре, как мы с Верой. Мы с Верой любим прям жару-жару. Так, вот с этикетки я немножко тут вот оторвала. Ну сейчас оставлю вот так, чтобы увидеть нам потом. Котик мой пришел. Да, Маркизик, ты пришел к нам. Без нас жить не можешь. Чтобы можно было увидеть. Сейчас, девочки. Кто не умеет радоваться покупкам, обзорам, то закрывайте это видео и проходите на другое видео, где вы можете получать 100% положительные эмоции. Ну а кто любит радоваться, кто любит вот такие вот видеообзоры, оставайтесь со мной. Сейчас будем смотреть все поближе. И все-все вам расскажу. И по ценам, и какие ощущения у меня. Все будет, все, девочки. Ну вот, девчонки, пришло покрывало. Плед шиншилла, молочный шоколад, размер 220 на 240,
И цена его 999 рублей. Вот в такой вот сумочке. Смотрите, здесь вот написано «Домашний текстиль». Классно так оформлено. Размер его 220 на 240 сантиметров. Ткань 100% дакрон. Ну, Вера просила, Вера хотела. Давайте открываем. Открываем. Да, то, что дочь моя хотела. Вот он такой. Ой, девочки, он такой огромный, он огромный. Смотрите. Ой, какой приятный. Ну, у меня Вера любит такие пледики всякие. Глядите. С этой стороны он вот такой. Ну, как сказать вам, вот плюшка. Такой приятненький. Девочки, он двойной. Он двойной, видите? Вот это как бы внутренняя сторона, она вот такая. А вот наружная сторона, видите, пушистик какой. Девчат, я его вам не покажу. Просто не покажу. Вот такой огромный. Ну, размеры я вам сказала. Сейчас, подождите. Я отойду в сторону и вам все равно как-нибудь умудрюсь показать. Чтобы вы увидели, какой он по объему, все равно будем стирать. Ой, девочки, он очень большой. Смотрите. У меня даже рук не хватит. Вот, давайте так, вдвойне я его сложу. Вот такой. А ширина вот. И еще вот. Вот такая прелесть. Вот такая прелесть. Укрыться. Девчонка моя любит вот так вот зарыться. Сидеть, телевизор смотреть. Она любит сериалы. Вот эту бабу Нину. Приходит вечером, ее всегда глядит. В зале ляжет ребенок мой, укроется. Девочки, приятная. Очень, очень приятная плюшка. Это отправляется в стирку. Ой, девчата, ну просто шикарная. Вот здесь вот такая этикеточка. Я сейчас увеличу, и вы посмотрите. Вот такая. Вот, видите? 220 на 240. Фабрик 100% бамбук, что ли, фибер какой-то. В общем, девочки, эта вещь, ой, ну, приятная, очень приятная. Приятная, хорошая. Постираем. И Вера будет пользоваться. Спасибо огромное Васильку. Ой, девчата, я уже второй хочу такой плед. Да. Это шикарно. Вот прям вот. Можно, знаете, и Вера хочет именно им укрываться. Ну, а сумочка, конечно же, под мамину прядь. Конечно. Дальше, девочки, вот такую. Вот такая сумочка пришла. Это у нас одеяло «Престиж». Вот здесь я, видите, отрывала и оторвала. Вот такая вот этикетка. Вот видите? Сейчас скажу по одеяло. Плед стоит 999 рублей, девочки. Одеяло «Престиж» «Эвкалипт». 300 грамм на квадратный метр. Чемодан. Это я заказывала для внучечки. 1,40 на 205. И цена его 803 рубля, девчат. Сейчас я достану вам. Оно как бы, ну, думаю, что оно будет облегченное. Раз Костя сказал. Я говорю, да я заказала еще одно одеялко. Именно для внучки. Ой, какое хорошее. Девочки, красота. Вот такое одеяло.
прошито все. Ну да, но на полутора вот такая вот ширина. Но внучке моей только будет 5 лет в марте. Это ей будет подарок. И вот такая вот длина, девчата. Давайте так длину вам покажу вдвойне. Вот. Это пополам сложно. Вот она длина. А вот так вот получается ширина. Шикарная. Вот такая, девочки, прошивка. Посмотрите, как все аккуратно строчечки ровнейшие. Видите? Она как простеганная. Вот окантовочка. Просто шикарная. И оно, я думаю, что оно легкое. Вот такая этикеточка. Эвкалипт. Очень классная. Одеяло. Размер 110 на 140. Иваново. Улица Павла Большевикова. Вот. Видите, у них лейбочка. Сделана в России. Наполнитель эвкалиптовое волокно. Полиэстер 100%. Девчата, ну не только ж Китай производит, видите. И Россия начала хорошие вещи делать. Что меня вот очень радует. Шикарная. Я думаю, внучка моя будет очень довольна. Такому подарку приятная. Одеяло красивое. Расцветка. Расцветки там разные. И одеял огромный-огромный выбор. Любые размеры. Есть детские. Вот это как бы подростковые. Но потому что сильно маленькое мне брать смысла нет. Ребенок растет, девочки. Тут тоже вот такая сумочка. Но это придет Костя. Я все сложу аккуратно. И одеяло поедет до моей внученьки. Конечно, это подарок ребенку моему. Поэтому все сложим и отдадим. Ну, давайте, девочки, посмотрим, какие костюмчики. Так, костюм. Так, 56 размер я брала. 277. Это спортивный костюм. Цена его 980 рублей. Сейчас, девчат, откроем. Я прямо вся буду модная. Вот такая футбола. Ну что, девчонки, я иду, наверное, мерить с капюшоном. И вот такие штанишки. Штанишки. Вот здесь лампасики. Девочки, прошито, смотрите сами. Все обметано, все обверложено. Шовчики все ровные. И внизу у штанишков вот такой манжет. Ну что, девчата, я пошла, наверное, одеваться. Сейчас покажу вам, как он будет на мне. Сейчас, девочки, я быстренько переоденусь. Ну вот, девчата, я одела костюмчик. Сейчас, знаете, тоже будем поворачиваться в ту сторону. Веранда хорошо еще пустая, я вам покажу. Вот так выглядит капюшончик. Вот так вот сзади. Рукавчики, прям вот все-все по мне, видите? Ну вот вытянутая моя рука. Сейчас я разлохматилась. Ничего страшного. Смотрим, девочки, вон мой котик лежит, как он выглядит на мне. Вот я иду, ножки видно, штанишки-то. Вот кармашки, классный костюмчик. Я скажу, девочки, он очень приятный к телу, рукава прям по мне. Весной пойду за папоротником. Пойду за папоротником. И буду одевать. Ой, я зацепила не туда. Сейчас молнию зацепила. Ну, вот так вот, девчата. Вот, смотрите. Костюм.
Тут мебель у меня, конечно, стоит. Но мне нравится. Брюки, Вот тут лампасики идут, но без кармашков. Вот это не хватает. Нужно было еще и в брюках кармашки. А здесь вот кармашки. Девочки, курточка вообще шикарно. Мне очень нравится. Жизнь на пенсии только начинается. Смотрите, классно. Очень. Вот я живу на сопке, девчата. Я в этом костюмчике весной пойду за папоротником. Да и не только за папоротником. Буду ходьбой заниматься, чтобы не толстеть. Ну и поддерживать свое здоровье. Ходить надо больше, а то мы вяжем 24 часа. Буду в нем ходить. Очень приятный, девочки. Очень-очень приятный. Вообще мне очень нравится. Ну, смотрим дальше, девчата. Это же не один мне костюмчик пришел. Так. Сейчас будем другой смотреть. Ну вот, девчонки, тот костюм, он, значит, цена его была 980 рублей. Теперь открываем вот этот костюм. Так, 8-ка. Его цена 749 рублей. Я еще не знаю, подойдет 56 размер. Все 56. Там размерная сетка. И я по ней... Ой, какой он приятный. Девчата, он такой классный. Вообще классный. Смотрите, мой любимый цвет. Я бегу-бегу одеваться и покажусь вам. Девочки, прежде чем одеваться, я вам покажу. Тут тоже вот лампасики, да, как и на кофточке вот перец сделанный. И по низу брючек, видите, то же самое. Вот такая вот прошивка. Сшито, глядите, очень-очень качественно сшито. Все-все, девчата, оверложено, края ровные. У меня мама была профессиональная швея-моторист. Поэтому я все вот эти швы, я все это прекрасно знаю. Как оно должно быть. А теперь пошла одеваться. Ну вот, девочки, я делаю этот костюмчик. Смотрите, как он. Тут кармашки. И в брюках есть кармашки. И здесь очень легенький. Вот тот костюм поплотнее ткань. В этом, девчата, костюме. Так, это какой у нас костюм? Так, так, так. Весь 77, что ли, я что-то сбилась. Ну, классный. 980 тоже рублей. Так. Да. 980 рублей. Это те костюмы. А вот этот 749, наверное. Я сбилась, девчата. Ну, классно. Мне так он нравится. Смотрите, вот я сейчас пройдусь, и вы меня увидите вдали. Вот, девочки, как он смотрится. Видите? Спортивная дама. С Амстердама. Ну, классно, классно, девчата. Он такой легкий, вот в теплую погоду. Даже вот дома, я-то люблю штаны, я люблю штаны носить. Я не ношу платье в основном. Ношу или джинсы, или леггинсы, или брюки такие короткие. Могу коротенькие прям шорты одеть. У меня там ноги не испорчены, ничего, поэтому я не комплексую в этом плане. Очень красиво, симпатично смотрится. Вот такой вот рукавчик. Девочки, вот мои мерки, я вам сейчас скажу. Объем груди 114. Объем вот здесь вот самое
большая, как бы через попу вот так идет, да, обхват бедер, вот это вот, 120. Вот я заказываю на себя 56 размер. Если кто такой вот, как я, можете заказывать 56 размер. Но там размерные сетки. И я уже определилась, я так один раз не подобрала, у меня вот в рукаве я не вошла. Платье красивое, а в рукаве узковатое. Но я выбираю теперь, смотрю по объему груди и ориентируюсь на объем бедер. Если объем бедер ваш, то и в груди вы пройдете, и в рукаве вы пройдете. Вот эта вот кофточка, ну костюмчик, вообще просто, просто шикарный. И цвет такой бордовый, мой любимый цвет. Вот. Следующий будем смотреть. Да, девчонки, вот он, ДД-8К. Он стоит, правильно я вам сказала, 749 рублей. Ну, костюмчик просто отпад. Мне нравится. Он тоненький. Ну, классно, девчат. Вот что говорить, зазря. Смотрите, воротничок. Все обметано. Все так красиво. И вот эта расцветка такая, да, веселенькая. Я не люблю вот эти черные, серые тона, бабуклянские, я их так называю. Я одеваюсь ярко обычно. Это мой стиль по жизни. Вот такие вот цвета. Но они радуют, они приносят нам радость. И мы должны жить ярко. Поэтому давайте дальше посмотрим, какой у меня тут... Сегодня обновки все на меня. Две только... Два товара, это дитю моему и внученьки. Остальное все мне. Вот тоже костюмчик. Смотрите, какие... Материал плотный. Девчата, вот такой материал, видите? Прям плотный-плотный. Тоже на ножках. Вот такой манжетик. Угу. Тоже лампасики. Девочки, вот все прошито, смотрите, качественно, ну классное. Здесь карманов тоже нету в штанишках. Сейчас посмотрим курточку. Курточка выглядит вот так, девчонки. Кармашки, видите? Но здесь намного плотнее. Вот так рукавчик. Сейчас я одену и вам покажусь. Так, это костюм 370. 56 размер, девочки. Олимпийка и брюки. Спортивный костюм. И стоит, мои хорошие, 980 рублей. Пошла одеваться, девчата. Примерка. Вот я бы сказала, что нужно чуть-чуть замочки, сам шов чуть-чуть подальше прошивать. Так-то он прошит. Ну, ты привыкнешь. Во-первых, она новая еще. Вот здесь как бы, чтобы не захватывалось. Сейчас, смотрите, я пройдусь в нем. Вот туда опять буду идти. Вот он, девочки. Вообще с кармашками. Классно, классно. Тут ткань тоже такая приятная, приятная к телу. В общем, я костюмами обеспечена. Спасибо Васильку. Мне вот так надо делать, чтобы я не закрывала горловину. Я не люблю горловину, когда мне вот под самый-самый. Вот так вот рукавчик, видите, смотрится. Размер прям вот по мне, девочки. Вот здесь свобода, что немаловажно, кармашки. Вот так выглядит. Просто
просто шикарно, приятнейший костюмчик, очень. И цвет тоже красивенный. Вот он, девчат. Вот такой, смотрите. Вот сейчас передает прям цвет такой. Очень красивый. Мне все нравится. Ну вот, девочки, еще у меня толстовка женская с капюшоном. Сейчас будем смотреть. Выбрала я такой темный-темный цвет. Она стоит 728 рублей. О, какая длинная. Девчата, длинная. Вот такая. О, крутая какая, с надписями. Ну, вообще. И на рукавах вот такие принты. Я не знаю, правда, как они. Ну, постираю, девочки. Я постираю. И вам потом скажу. Здесь на рукавах вот тоже манжет. Идет капюшон. Тоже 56 размер. Ну, вот такая вот лента вставлена. У меня есть покрасивее ленточка. Можно поменять. Да, они в магазинах продаются. И сейчас я померяю. Вот такой замочек здесь, сердечко висит. И, девочки, тут вот кармашки. Сейчас одену и вам все покажу. Девчат, я одела эту толстовку, но она вообще крутая. Мне понравилась. Смотрите, девочки. Вот я сзади. Карманы. И у нее получается зад, видите, длиннее. Вообще классная. Вот это будет любимая вещь. Капюшончик. Сейчас покажу вам. Девчата, нажала да не туда. Смотрите, капюшончик. Вот так. Будешь как привидение. Ну, это если ветер сильный, можно одеть капюшончик. Вот так она сзади. Вот рукавчик. Прям рукавчик по мне, девочки. И здесь вот нигде не жмет ничего. И длина моя. Видите, я поднимаю вот руку. Вот моя длина. Сейчас покажу вам, как она выглядит. Я пройдусь, и вы посмотрите. Девчата, вот эта вещь будет любимая. Да и те костюмы классные. Видите, у нее задняя часть длиннее. Вот так вот кармашки. Вообще мне нравится. Замечательно. Я прям модная. Я прям модная стала. Я приоделась, девчата. Теперь я в видео буду одеваться, и вы будете меня видеть в новых нарядах. Ой, очень понравилось, девчата. Вот эта толстовка стоит 728 рублей. Спасибо Васильку за такие подарки для меня. Я очень-очень благодарна, что вот можно приобретать такие вещи. Девчата, очень такая приятная к телу, классная. Цвет темный. Он, вот знаете, как вот, вот черно как бы синий. Видите цвет? Вот не такой, что вот прям вот черный-черный, а я бы сказала вот черно-синим. Но я такие цвета тоже люблю. Я люблю, чтобы были яркие. Здесь, видите, рукава выделяются. И на спине спинка выделяется. Сейчас я покручусь еще перед вами. Повоображаю немножко. Вот так вот кармашки. И вот так вот спинка. Кому понравилось, девчата, кому понравилось, я оставлю ссылочку под видео на магазин «Ивановский текстиль» Василек, который нас радует и радует. У них все время обновляется ассортимент. Там и детские товары. Полотенце я заказывала. Полотенце тоже мне очень нравится. Это одеяло уже не первое я заказывала. Я заказывала для Веры одеяло верблюжье, большущее.
Вот, я его уже вчера буквально постирала. Оно у меня высохло. Оно легкое, прекрасное. Хотите, я вам сейчас его покажу? Сейчас покажу, девочки. Вот, девчонки, я принесла одеяло верблюжье. Я заказывала ранее для моей Веры. Вот верблюдики нарисованные, видите? Вот я его вчера постирала. Постирала прям в машинке. На обычную получасовую. Вот оно. Оно огромное. Это вот вдвойне. Вот оно вдвойне. Оно тоже что-то стоило рублей 800, помню. Большущее двухспальное одеяло. По толщине, девчата, я вам сейчас скажу. Она как бы, вот видите, она легкая. Легкая. Но очень-очень теплая. Постирала в машинку, кинула. Вчера встряхнула. Пошла на улицу, повесила. Вот оно высохло. Очень хорошее одеяло. Поэтому за качество... Вы же знаете, девочки, я никогда не буду обманывать. То, что есть, то есть, то я скажу. Но по качеству все изделия у Василька, ну, качественные. Я вот ни одну вещь, я еще не забраковала, ни одну. И брала и детские платьицы, там кофточки на Кристину. Дочь стирает в обычной стирке на машинке тоже. Не полиняла, не села ни одна вещь. А потом постельное белье брала я. И бязь, и поплин брала. Двухспальные, полутораспальные, такие насыщенные, яркие цвета. Для Кристины детской тематики я брала постельное белье. Очень хорошее, очень нравится. Ничего тоже не полиняло, не подкаталось, как там думают и писали. Ой, да это ванский текстиль, оно все закатается. Нет, девочки, нет, мои хорошие. Можно смело покупать. Уже покупаю это не первую, как бы, покупку. И разочарования у меня не было. Поэтому проходите, мои дорогие, смотрите, где слово под видео «Еще», нажимайте, там будет ссылочка дана на магазин «Василек». И выбирайте, кому что нравится. Там на любой вкус и цвет, на любой кошелек товары. Поэтому покупаем, радуемся сами. Обязательно радуемся, балуем себя и своих родных. У нас на носу уже Новый год, 1920-й. Вы поняли, что я сказала? Девчонки, но немножко юмора тоже должно быть. Всегда. Ой, смех продлевает жизнь, девочки. 2020 год подходит, поэтому поздравляйте своих родных и близких. Заранее покупайте подарки. Для этого как-никак подходит Василек. Ивановский текстиль Василек. Заходим, выбираем, покупаем. На этом я всем скажу пока-пока. С вами была Татьяна и Ивановский Василек. Будьте все живы, здоровы, счастливы. Добра вам, девочки, всем-всем-всем. И приятнейших покупок. Пока-пока!